Пока ролик был в монтаже, Blizzard внезапно выпустили обновление. Почти все наши догадки подтвердились, так что теперь игроки могут создавать темных следопытов. Воспринимайте наши слова как пересказ того, каким образом в игру добавят темных следопытов. Заодно узнаете, почему их броню получат только охотники. Ну, начинаем. Совместно со студией Grip Sound Lab. Приветствуем в Вестнике, чемпионы. Меня зовут Анзай. Что-то странное происходит с моделями темных следопытов на тестовых серверах. Вернее, с их броней. Дата-майнеры покопались в коде игры и выяснили, что грядущий патч принесет сразу 5 иконок для элементов экипировки, связанных с темными следопытами. С одной стороны, они выглядят как экипировка с темных берегов, которая есть у некоторых появлявшихся там следопытов Сильваны. С другой стороны, у этих иконок вписано одно значение – Player Condition ID 34863. Говоря проще, есть в игре файлы, относящиеся к наборам брони темного следопыта, и кажется, они могут быть трансмагрифицированы игроками, правда, только охотниками. Иногда такое бывает, и нельзя сказать, что это какая-то серьезная зацепка, но дело в контексте. Хотя это незаметно в наших краях, лидеры мнений и фанаты World of Warcraft уже давно копают намеки и... Зачем я сказал несколько раз слово «давно»? Хотя это незаметно в наших краях, лидеры мнений и фанаты WoW уже довольно давно копают намеки на появление темных следопытов в игре в той или иной форме. В 2019 году в файлах патча 8.1.5 нашли задание «Ученик темных следопытов», доступное игрокам обеих фракций. Начиналось оно в классовом оплоте охотников из Легион, из письма охотника смерти Мургота. Это, если помните, тот самый, которому охотники помогали поухаживать за госпожой Виланарой, которая тоже является темным следопытом. Так вот, цепочка-то в итоге не попала на игровые сервера. В ней игрок узнает, что Виланара пропала, и Мургот просит проверить череду странных событий. Один из учеников Виланары сбежал, когда получил известие о похищении своего брата. Темная следопытка отправилась в Тересфальские леса, чтобы разобраться с проблемой, и пропала. Так что, наточив мечи да затянув потуже колчаны со стрелами, мы должны направиться на поиски. Раньше Виланара выдавала задание в подземелье Залы Алого Ордена. Значит, искать ее стоит где-то там. В файлах из 8.1.5 нашли карту обновленных залов, но без финального босса. Будто это карта какого-то сценария, который мог бы быть доступен игрокам для перепрохождения уровня на новых условиях. Дата-майнеры нашли тексты задания, связанные с этим небольшим приключением. Что любопытно, оно доступно игрокам обеих фракций. Цитата. «Возможно, сначала мои чувства к темному следопыту Виланаре и были романтическими, но сейчас я отношусь к ней как к близкому другу. Она добрая душа, всерьез заботится о благополучии всех учеников. И, боюсь, эти стремления довели ее до беды. Прошу, сделай все возможное, чтобы защитить ее. Будучи членом Альянса, у тебя может и не быть желания тревожиться о темном следопыте, но знай, что у нее есть и иная сторона. Как бы вы ни относились к темным следопытам, их нахождение в Орде, я надеюсь, что ты поймешь мою тревогу о состоянии Виланары». На самом деле, поразительно, сколько в игре есть неактивных файлов, связанных с этой цепочкой. Тут вам и плакаты о розыске темных следопытов, и фрагменты реплик от NPC. И вот как нашли дата-майнеры все это добро 3 с лишним года назад, так эта история и осталась нереализованной, постепенно забываясь в умах фанатов. Казалось бы, Blizzard опять забросили линейку заданий. Классика. Но нет, дата-майнеры докладывают, что файлы этих цепочек постоянно обновлялись и в последующих патчах. Так, впоследствии некоторые реплики Мургота и вовсе получили изменения. А еще разработчики то и дело меняли обращение темных следопытов к игроку.
То Мургот называл нашего персонажа героем или чемпионом, то охотником. Ведь познакомились мы во плоти охотников. Эта маленькая деталь будет очень важна уже скоро. Давайте-ка ее запомним. В файлах патча 9.2.5 тексты заданий с темными следопытами вновь изменились. Во-первых, игроков опять называют охотниками. Во-вторых, в Азероте появится обновленная карта Тересфальских лесов. Стараниями Артаса Минитила этот несчастный край давно был проклят чумой и болезнями. В дополнение Battle for Azeroth свою бочку гнили разлила тут и Сильвана Ветрокрылая. Она использовала новые штаммы болезни против воинства Альянса, осадившего руины некогда великой столицы Лордерона. Та жестокая битва оставила на несчастной Тересфальской земле глубокие раны. Но время затягивает даже их. В патче 9.2.5 обитатели Тересфаля начнут постепенно растаскивать обломки боевых машин и остовы башен, оставшихся от битвы за Лордерон. Зеленые пары чумы постепенно схлынут в канавы и овраги, расчищая локацию. Значительно изменится поселение Брил, в котором заметно расширится местное кладбище и появятся палатки для множества новых обитателей. Как мы знаем, на тестовых серверах Зергримара пропало множество NPC отрекшихся, которые, скорее всего, отправились в Тересфаль. Там же будет и Калия Минитил, с которой готовится некий новый сюжет. Прибудут и последние темные следопыты. И вот теперь появляется та самая новость о новых иконках, привязанных к играбельной функции. И более того, если судить по строчкам кода, иконки вроде как относятся именно к охотникам. Что же это может быть? Игровой сет темных следопытов для представителей этого класса? Или может, наконец, заиграет давняя идея многих теоретиков и в игре появятся классовые облики? Помните, как чернокнижники получили возможность изменить цвет своих заклинаний на зеленый огонь благодаря цепочке заданий? Представьте что-то такое, но только масштабнее. В рамках способностей целого класса, с переработкой всех анимаций, визуальных эффектов, способностей и расширенной кастомизацией. Честно говоря, чем глубже в эту тему погружаешься, тем шире разбегаются глаза от возможностей. Потому пока лучше быть очень осторожными с теориями. Но давайте на минутку допустим, что идея классовых обликов действительно может получить свой шанс. Разработчики поменяли обращение в текстах «ученик темных следопытов», и теперь они предназначаются только для охотников, плюс в поддержку теории. После прохождения цепочки охотники могут открывать новые настройки внешнего вида своего персонажа, позволяющего эльфам крови и ночным эльфам выглядеть как темные следопыты. А если Blizzard засучат рукава, то мы сможем и вовсе получить кастомизацию всех способностей охотников, что станет шагом к невероятному разнообразию без необходимости вводить множество союзных рас и обосновывать разницу выбора того или иного народа. На самом деле, в файлах игры есть солидная горка предметов и другого рода контента, связанных с темными следопытами. И сейчас, когда тестовые сервера постоянно пополняются, из отдельных фрагментов начинает вырисовываться единая картинка. Все еще неразборчивая и слишком ненадежная, чтобы заявить вам что-то наверняка. Так что мы пока очень осторожны. Однозначно можно сказать одно. Вряд ли темные следопыты станут союзной расой. Да, история с поиском Виланары очень напоминает цепочку заданий на получение нового играбельного народа. Но вводить расу, доступную только охотникам и разбойникам, как-то слишком лихо для Blizzard. Ну и не стоит забывать о последствиях выбора, которые делали игроки Орды в Battle for Azeroth. Может быть, таким вот хитрым образом разработчики подвяжут к истории лоялистов Сильваны, которые выбирали путь поддержки своей темной госпожи? Цепочка может стать формальным поводом дать игрокам новые элементы кастомизации, как с глазами ночных воителей. Было бы здорово, конечно. Разнообразие — это всегда хорошо. Но тогда эту тему нужно будет развивать и дальше, вводить подобные элементы внешности для многих других народов и рас. А кто этим будет заниматься? Кто знает, кто знает. Вообще, надо будет как-нибудь рассказать вам всю историю темных следопытов. Когда-то давно они все были странниками,
элитным отрядом следопытов Кель'Таласа, которыми руководила Сильвана. Почти все они погибли в битвах с нежитью во время вторжения Артаса в Леса Вечной Песни и Лунасвет. Воскрешенная Сильвана вернула своих странников в строй сразу после того, как освободилась от хватки короля Лича. Сильвана дала обещание эльфам крови, что больше не будет воскрешать мертвых этой расы, поэтому темные следопыты не могли пополнять свои ряды. Вот только слово своего ветрокрылая не сдержала. Об этой истории и нужно будет поговорить, но не в таких простеньких выпусках новостей, а в наших основных ударных роликах, которые маги монтажа по традиции колдуют по полгода для самых преданных фанатов. Лорные такие, эффектные, как посиделки у костра. Один подобный, кстати, вышел буквально недавно. Он про то, как из-за маленькой несостыковки с цветами глаз Сильваны в разных официальных произведениях Blizzard можно прийти к большим проблемам с повествованием и подходом к лору. И все это устами самих разработчиков с погружением во внутреннюю кухню Blizzard. Интересно? Обязательно посмотрите, мы старались. И подбросьте монету с лайком вон в ту кружку под роликом. Так мы будем знать, что историю темных следопытов точно стоит выпускать. Ну а на сегодня все. Анария Шула!